На острове Русский состоялось открытие лыжной трассы. Опробовать свои силы и прокатиться на подготовленных дорожках собрались десятки жителей и гостей Владивостока. Участников мероприятия поприветствовали губернатор Приморского края Олег Кожемяка, глава города Константин Шестаков и председатель городской думы Андрей Брик. В целом в крае мы активно занялись ради вас, уважаемые любители лыж, возрождать лыжный спорт Приморья. И сегодня более чем в 20 городах и поселках открыты лыжные базы, лыжные трассы, где можно бесплатно получить лыжи, прокатиться на них. И создано 3 центра в Калиновке, в Арсеньеве, здесь, на острове Русском. И мы видим, что эффект от этого потрясающий. Как рассказали в Управлении физической культуры и спорта, в этом году лыжная трасса была продлена. Установлена модернизированная стационарная система ее снижения. Традиционно будут работать пункты бесплатного проката инвентаря, увеличено количество теплых раздевалок, вдоль трассы установлено освещение, поэтому любители зимнего спорта смогут кататься до позднего вечера. Также расширена парковка, установлен стационарный туалет и для удобства посетителей увеличена зона кафе. Ребята, которые вложили душу в течение, наверное, этих нескольких недель проводили здесь все свое время, а сегодня ребята, по-моему, вообще не спали, а получилось-то очень здорово. Лыжная трасса на острове Русский работает уже не первый год и пользуется огромной популярностью у горожан. Каждый сезон сюда приезжают тысячи любителей зимнего вида спорта. Анна Дьякова, новости на Восьмом.